Сегодня день рождения конвейера. 101 год назад Генри Форд впервые применил этот способ организации производства на своих автомобильных заводах. Вот и мы без отдыха обозреваем сайты, блоги, паблики алтайского интернета. Ведь это иные новости. Как пишет Банкфакс, два наших университета, классический и технический, серьезно ухудшили свои позиции по итогам 2014 года в сравнении с вузами других регионов. При этом ниже стали практически все рейтинговые показатели. В итоге АлтГУ в 2014 году занял 82-ю строчку рейтинга, классический – 83-ю, а год назад они были на 68-й и 70-й позициях. Жилье в крае не знает, дорожать ему или дешеветь. По крайней мере, это следует из обзора сайта «Недвижимость Алтая». Например, в Барнауле цены почти не меняются, в Бийске и Рубцовске растут, а в Заринске камни снижаются. Что будет дальше, вообще непонятно. К сожалению, доллар и нефть такого плюрализма не придерживаются. Один все время растет, другая все время падает. Видео-ностальгия, выложенная на YouTube. Цыганский табор на Барнаульском вокзале 20 лет назад. Свобода! Но сомневаюсь, что многие были бы рады возвращению таких шумных и грязных примет этой свободы. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет! Со старым Новым годом!